Первый шаг к зарождению новой традиции в Десногорске был сделан в 2017 году. В этот раз большой и широким размахом спортивно-культурный праздник «Казарла» продолжился при поддержке концерна «Росэнергоатом» и Смоленской атомной электростанции. Жители и гости города получили уникальную возможность увидеть показательные выступления 16 казачьих коллективов. На стадионе «Атомтранс» развернулись красочные состязания по джигитовке, конные пешие рубки шашкой, конкуру и конное шоу «Кантильон». Параллельно этому работали ярмарки традиционных ремесел, на которые были представлены сувениры, игрушки, казачья одежда и утварь. Для самых маленьких гостей были оборудованы интерактивные площадки. Участники фестиваля «Богатица» подарили зрителям задорные народные песни в своем исполнении. Организаторы соревнований помогли всем желающим погрузиться в атмосферу самобытной культуры казачества. Они показали, как проходили русские гуляния, забавы, познакомили гостей с элементами обрядовой техники и музыкальными инструментами. Казаки демонстрировали традиции рестания и бойцовских состязаний. Мероприятие шикарное. В этом году уже организация в десятки раз лучше. Прием великолепнейший, площадка просто неимоверная, таких площадок мало. Ну, такие мероприятия вообще необходимы. В свете того, что казачество сейчас на данный момент разрознено, и чтобы объединить его, вот такие как мероприятия, как вот это «Казарла», они объединяют, показывают, что все-таки казаки существуют, они есть. По окончанию всех видов соревнований судьи подвели итоги и наградили участников чемпионата.